них Северсталь. Вот таковы, в общем и целом, в игре. Антипов играет вместе с Берниковым и Климент. Попов, Чеслова, вторая пара обороны. Катичев бросился под шайбу. Но удары в колено неприятны, крайне неприятны. Попов. Хорошо, как выкатился на ворота. Обманули сейчас обороняющихся Глинкин и Попов. И ожидали передачи, а передача не последовала от Попова. Он сам решил пойти на обострение. И додавили хозяева. Молодцы, молодцы, заслужили этот успех. Верхом Глинкина застал врасплох Штепаника. Не случайно нам показывали Глинкина. У него удивило, что несмотря на стартовые неудачи, не отправили его в отставку, потому что у нас обычно к своим тренерам. Опасный момент, создает Северсталь, Гарнет отбивает плечом. Ух ты, в волейбол поиграли. Немножко, никто не сомневается. Но вот уже, однако, 4 голкипера Северсталь поиграла в нынешнем сезоне. В Борисе и то меньше. Какая хорошая вводка и бросок с неудобной руки. Ну, не получилось. Изумительная атака, и не зря я вам нахваливал вот это сочетание казаковцев. Объясним это отсутствием серьезной игровой практики. Лучков продолжает просмотр матча с трибуны. Шайбы. Про большинство трактора я вам уже рассказал. Прибавляют челябинцы в этом игровом компоненте. Произошел перехват, и может сейчас Бушуй сравнять счет в матче, что он и проделывает. 1-1. Есть команда, которая способна удивлять и которую не способен разгадать соперник. Не всегда способен разгадать соперник. К счастью, да несчастье, помогло. Еще как помогло, Северсталь сравнять счет в игре. Тачок нужно почистить. Не получилось. И шайба пролетела рядом со стойкой. Костицын потолкался на пятачке. И получился вынос у Попова. Никита Попова. Нужно уточнять. Сегодня Попов против Попова. Вот дуэль. Бросок Дугина. И 2-1. Бросок в дальнюю девятку. Бондарев ассистент. И Никита Попов может предъявить себе серьезные претензии. Битва. Кому делал этот пас Берников, непонятно. 4 соперника были в непосредственной близости от 8 номера. И бросок! Было взятие ворот или нет, непонятно. Чистов показывает, что шайба за Леночкой и обнимается. Вот давайте еще раз разберем эпизод. Шайба оказывается за спиной Штепаника и закрутилась она. Не пересекла. Вот так. А Чистов праздновал очень убедительно. Бумагин. Сдержая, какая атака. И чудо сейчас спасает трактор. Момент был у Антипова. Простил он свой бывший коллектив. Мог отличиться в этом эпизоде Владимир. И еще один шанс. Ну, не везет, как сейчас гостям. Опасный бросок, но не в створ ворот. Рид вошел в зону, шайбу потерял. Так продолжается, и гол! 2-2! Какое же агрессивное начало в исполнении подопечных Игоря Петрова. Дубль Бушуева, который в последних матчах хорош. Факт в том, что ни та, ни другая команда в овертаймах еще не выигрывает. А такой трактор, момент какой сейчас был роскошный у Глинкина. Мог он решить судьбу встречи. Давайте посмотрим.
похоже, серьезно настроились на то, чтобы не доводить дело до серии послематчевых бросков. Попов бросает. Юбилейный матч у него. Ковцев пойдет, наверное, в обыгрыш. У него сегодня и получилось несколько раз. Я угадал, делает передачу Казаковцев. Бросок! Сейчас повезло Гарнету. Бросок был в дальний угол. Сыграть не получится. Кузнецов. Не попадает в створ. Встречи. Выходит на реализацию Булит. Если сейчас Штепанек спасет свою команду, не спасает. У Булита 1-1. Теперь одни и те же лица могут производить. Булиты, Глинкин. Обыграл. Но в другой манере выполнил Булит Антон. Бушуев, забросивший сегодня две шайбы, может свою команду спасти. Не получается. Гарнет ликует. Его команда добивается второй виктории подряд.